Так, ну что, уважаемые коллеги, предлагаю... Секундочку, можно вопрос задать? Если он присутствует и может принимать участие в голосовании, почему вы его ограничиваете в голосовании? Может, дистанционно? Мы же его... Ну что, мы же у нас есть, не тащим за ноги за руки. А дистанционно он может принимать участие? Нет, ну дистанционно, но тогда вы у нас организовали, У меня вообще все в этом отношении несколько вопросов существует. Я не могу понять, зачем устраиваем, скажем, такую долгую играющую ситуацию. Мы бы за полчаса уже сессию закончили, собрались, отсутствовали бы только те, кто на больничном и так далее. Ну, а мы сейчас будем сидеть здесь тренироваться еще 2 часа. Валерий, почему не тренируемся? Начинаем. Ну, прошу прощения. Так ограничительных мер никаких нету, есть масочные режимы обыкновенные. Одели все маски, воспользовались дезинфекторами, пришли, поприсутствовали, проголосовали и разошли. Зачем устраивать? Предлагаю принять на основу проект повестки, который имеется в материалах сессии. Переходим к голосованию. Вот так. У меня нет материалов сессии, я воздержался. Как нет материалов, Валерий Викторович? Я делала расписку 7 депутатов. У меня нет компьютера, чтобы распечатать на бумажном носителе, вы мне не направляли ничего. У меня есть доказательства, что я направляла. Пожалуйста.